Всем привет, всем здравствуйте! Вы с Ириной Якут в Америке и на моем канале. Раньше только о сумочках, а теперь о любых ваших заказах. Я и вещаю. Мой WhatsApp всегда в описании. Если кому-то нужно, обращайтесь, пожалуйста. Все условия еще чуть ниже в описании. Ребята, сегодня, во-первых, хочу вам показать вот эту куртку. Я недавно делала ролик и показывала, что я себе заказала вот там пальто с сайта Armani и вот эта курточка с сайта Атлета. Цена у нее была 209 долларов до налога. А я ее купила за 87 или 89, какая-то такая скидка. Ребята, это очень хорошая скидка, шикарная куртка. Если кому-то она нужна, они есть еще на сайте. Но я себе хочу взять другой размерчик. Вот я вообще ношу размер L сейчас. Это куртка размера M-ки. Посмотрите, как она на мне смотрится. И я вот эту M-очку, уже мы с сестрой обговорили и решили, что я ей ее оставлю. Потому что на модели она там немножечко по-другому смотрится. Мне хочется, чтобы вот эта часть была чуть побольше. Потому что вот здесь она красиво смотрится. Я, правда... И этот сайт, который... Там, во-первых, есть размеры еще больше, чем Элька. И этот сайт, на котором можно выбрать петит. Это для тех, кто маленького роста, до 1,160 м. Вот, можете выбирать, чтобы вот рукава у вас как бы были нормальные. И тол – это размеры для высоких, выше 1,75 м и выше. Вот, у меня 1,71 м, но я хочу заказать себе тол и эльку. Я хочу, чтобы она была больше оверсайз. Вот эта курточка. И поэтому, если кто-то будет себе заказывать, вот ориентируйтесь, как она смотрится. И мне как-то хочется вот эту вот часть вот так вот носить. Но это я придумаю, как ее. Да, вот мне вот так как-то будет удобненько. А сейчас, ребята, сам себя не похвалишь. Ну как, это не сам себя, это вы меня так хвалите. Я каждый день получаю от вас сообщения приятные. И сейчас, пока я вам тут покручусь, покажу еще раз курточку, вы сможете посмотреть, может быть, какие-то детали, если вам нужно. А вам пока поставлю на автоматическую голосовую, потому что не хочется самой читать такое приятное сообщение, может долго получится, но спасибо вам огромное за такие сообщения. Сейчас поставлю. Девочка заказывала с eBay всякие разные украшения, но я их здесь уже не показывала, там всякое было, все, что она себе придумала. Слушайте. Здравствуйте, Ирина. Очень быстро доехали мои сокровища в Москву. Спасибо вам большое, они прекрасно упакованы, в целости и сохранности. Сказать, что мне очень все понравилось, это мало. Я просто в восторге от всего процесса и результата. Конечно, благодаря исключительно вам. Огромная вам благодарность за все терпение, пунктуальность, быстроту реакции, ответственность. Вы моя ниточка в мой прошлый, настоящий мир. Процветания вам, сил в работе, благодарных покупателей, пульсирующее сердце влюбленное лицо обнимает. Влюбленное лицо, что тут было написано? А, пульсирующее сердце, это оно прочитало смайлики. Здесь пульсирующее сердце, влюбленное лицо и обнимает. Это не было написано, это смайлики прочитал переводчик. Но тем не менее, очень приятно. Вот с таким я пульсирующим сердцем к вам. Вы мои ниточки, все, кто смотрит и все, кто пишет. Я очень рада, что нам с вами комфортно вместе сотрудничать. Все, всем всего доброго. Берегите, пожалуйста, себя и своих близких. Пока-пока.